В Челябинске, а это значит в рубрике «У наших южных соседей», на перекрестке двух проспектов – Свердловского и Комсомольского – приключилась драчка между водителем троллейбуса и пилотом подорожника, в результате которой троллейбусник пострадал здоровьем, а рулевой болида попал под уголовку – 112-ю К. Среднетяжкий вред здоровью. Но его не закрыли, а оставили на воле под обязательством о явке. Дело было в 10:40 утра. Троллейбус поворачивал с Комсомольского проспекта на Свердловский. И параллельно ему по большему радиусу туда же поворачивал подорожник. И рогатый едва не вкатился в левый борт легковушки. Пилот последний до такой степени разнервничался, что вышел на улицу и несколько раз ударил в голову троллейбусника, который тоже вышел наружу посмотреть, не было ли фулл-контакта. Удары в лицо были настолько жесткие, что возникло подозрение, что рулевой подорожника использовал кастет. Поскольку ДТП не произошло, поскольку драчун, выпустивший пар, счел возможным с места не ДТП уехать. Троллейбусник добрался до ближайшей остановки, высадил пассажиров и поехал в больницу снимать побои. В итоге 45-летнего драчуна по номеру машины вычислили, хлопнули и отдали под уголовку. А 112 УК, между прочим, предполагает до 3 лет зоны в пиковом случае. Вот так вот человек на ровном месте поднял себе срок с перекрестка двух проспектов. Поддержи новости Шеремета 9.5. Оформи спонсорство и купи мерч, перейдя по ссылке во всплывающих подсказках в конце ролика. Праздничные сувенирные кружки и молочный шоколад из коллекции Чунга-Чанга Шереметка ждут ваших заказов на сайте Инсталок. Жми по ссылке с желтой кружкой. Жми по ссылке с желтой кружкой.